Всех приветствую на нашем канале. Сегодня к нам на разбор приехал Hyundai Santa Fe 2008 год, двигатель 2.2 дизель на механике с пробегом 272 тысячи километров. В автомобиле присутствуют повреждения как по кузову, так и по технической части. Неисправен двигатель. Подробнее рассмотрим кузовню с вами. Правая фара у нас мутная, левая в хорошем состоянии. Противотуманочки снизу в термальной пленке. Бампер визуально целый. На решетке облазит краска. Кто-то, наверное, красил. Капот у нас ровненький, целенький. На зимней резине. Резина также будет, как и диски, в продаже. Тормозные диски с небольшим износом. Переднее левое крыло целое. Зеркала с повторителями. Дверь водительская тоже целенькая. Обшиты дверные карты. Обшиты плохо. Видим клей. По низу на водительской двери начала лезть коррозия. Текстильный салон. Водительское сиденье в плохом состоянии. Разлазятся нитки. Задняя дверь без вмятин, ровненькая. Сзади тоже кто-то занимался. Задний ряд сидений. Арочка целенькая, без сколов. Задний бампер у нас имеет повреждения. Подкрашивали его. С пассажирской стороны только имеются царапины. Крышка багажника вся целенькая. Фонари тоже целые. Как левый, так и правый. В хорошем состоянии. Упоры багажника держат отлично. Багажное отделение в таком состоянии. С пассажирской стороны от заднего крыла и почти до зеркала имеется царапина. Крыло порвано. Дверь тоже надорвана. Вмятины. На пассажирской передней двери царапина с вмятиной. И отсутствует ручка. Ручка сломана. Зеркало у нас, видим, что ремонтировалось. Подпаивалось и царапины присутствуют. Оно у нас не складывается. Но зеркальный элемент регулируется. Позже покажу. И вмятина. Дверь целая по низу. Остальные все ручки открываются, закрываются, работают отлично. Сразу же заглянем под капот, посмотрим, что там у нас. Упоры также держат отлично. Интеркулер. Двигатель чистый. Все блестит. Но не запускается. Сам стартер крутит. Но у нас там отключена форсунка. Двигатель будет поступать у нас в полный разбор. Все уцелевшие детали будут в продаже. Под капотку подробнее покажу еще. Сейчас переместимся с вами в салон. По акту проверки автомобиля имеем такие данные. Звуковой сигнал работает с хрипом. Проблема сигнализации, поэтому щелкает, моргает габаритами. Отопитель работает исправно. Двухзонный. Направление обдува меняется. Мультимедиа отсутствует. Стеклоподъемники работают. Моторчики во всех четырех. Переднее, правое из-за вмятины, скорее всего, зажат стеклоподъемник. Само стекло двигается. Заднее, правое. Заднее, левое, все четко. Левое зеркало во всех положениях регулируется. Правое также регулируется во всех положениях. Мультируль не проверим, отсутствует магнитола. Бардачок работает. Плафон салонный, очечник защелкивается. Защелочки целенькие. Козырьки солнцезащитные. Подсветка не сработала.
пассажирской стороны сработало. Все четко. На механике полный привод она у нас. Указатели поворота работают. Очистители также работают. Моторчик не слышу, чтобы гудел. Покажу задний ряд сидений в каком состоянии. Подлокотник. Защелочки исправны. Рычаг стояночного тормоза не работает. Он у нас не затертый, в хорошем состоянии. Ручка переключения передач затерта. На руле чехол. Под чехлом руль сильно затертый. Аварийная сигнализация работает исправно. Хочу вам напомнить о том, что у нас сейчас в группе ВКонтакте постоянно происходят розыгрыши. Ссылка на группу будет находиться в описании. Там всего лишь за один репост можете выиграть 1000 рублей. И также напоминаю о том, что мы выкупаем любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой, выгодной для вас цене. Находимся мы по адресу город Тюмень, улица Тимофея Чарка, 8, строение 8, авторазбор гидрач.